Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Ну вот, и наступил тот момент, когда мы с вами заснули летом, а проснулись уже осенью. А это значит, пришло время подвести итоги уходящего сезона. Итак, все самое необычное, интересное и забавное за лето 2022. Поехали. Еще несколько дней назад мы и подумать не могли, что 14 июня пермяки откроют купальный сезон 2022. По крайней мере, на Мотовилихинском пруду это произошло. В воде плещутся не только взрослые, но и дети. Многолюдно также и на пляже, что вполне объяснимо. Соскучились мы по солнышку и теплу. С нетерпением ждали наступления настоящего лета. Раньше мы даже не замечали, что летом в пермских палисадниках так много цветущего жасмина. А ведь в этом прекрасно все. И цвет, и форма, и, конечно же, аромат. А это фото от Юрия Остановка Ушинского. И птички-голуби выстроились в очередь на прокат самоката. А что делать, если самокат один, а желающих покататься много? Вот и решают между собой, кто следующий на аренду. Ты, я, он. Выбирают. Весна задержалась, лето не торопится, и только он всегда вовремя. Тополиный пух. Неприятное, конечно, явление. Всюду летает, попадает в глаза, в рот, в нос. Но если смотреть на вещи оптимистично, то можно в этом увидеть что-то и красивое. «Ни дня без белочки», – подумали мы, когда получили видеоматериал от Кристины Березовик. На этот раз пушистый зверек был замечен в парке Горького. Замечен, снят, ну и, конечно же, помещен в нашу рубрику. Ой, белочка, ой. Рядом с пермским цирком проходит так называемая пенная вечеринка. Наблюдать за ней могут все желающие. Ну а главные участники, точнее участницы – слонихи Рани и Карла, которые сейчас в Перми на гастролях. Когда на больших стадионах и спортивных площадках мы видим какое-то художественное оформление, то уже особо не удивляемся. Привыкли. Но когда масштабное, качественное граффити на небольшой детской спортивной площадке в обычном пермском дворе, то это уже тема для нашей рубрики. Август – это то самое время, когда цветы на кустах шиповника еще есть, а плоды на кустах шиповника уже есть. Поэтому мы с удовольствием делаем этот куст кадром дня от дежурного по городу. Что ж, календарная осень только началась, тем временем конкурс на лучшую новость недели – продолжается. На этот раз победитель получит в подарок набор для домашней выпечки от телекомпании «Рифей Пермь». Свои сообщения, фото и видеоматериалы вы можете передавать, как всегда, через приложение Viber на номер 8-951-952-02-22. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи!